Опубликовано письмо министра финансов США спикеру Палаты представителей Конгресса. В нем говорится, что Штаты достигнут потолка госдолга ранее планируемого, уже к началу ноября этого года. Предстоят крупные сражения республиканцев и демократов по вопросу поднятия потолка госдолга. СМИ опять заговорили о банкротстве Америки, о крахе мировой экономики, дефолт и апокалипсис вот-вот нагрянут. Но ведь американцы уже не раз поднимали этот самый потолок госдолга и продолжают существовать без видимых изменений. Где этот самый предел повышения потолка госдолга США? Почему обсуждение о поднятии планки так горячи в Америке? И чем все это закончится, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, независимый экономист Александр Одинцов. Что касается возможных всяких там мнений апокалиптических по поводу возможного банкротства и так далее, то я, честно говоря, не поверил бы. У них довольно простая модель, они отслеживаются сами себе. А поскольку модель американская такова, что без наращивания госдолга они просто не смогут обслуживать свою экономику, бюджет, то другого выхода в нынешней ситуации и не просматривается. Счетчик на Таймс-сквер год за годом увеличивает свои показания. Год за годом американцы поднимают свой госдолг после долгих дебатов в Конгрессе. Эксперт уверен, предела у потолка нет. Сам вопрос госдолга – это еще и политический инструмент. Александр Одинцов связывает последующее рассуждение о поднятии или не поднятии планки госдолга с выборами президента США в 2016 году. Я думаю, что сейчас с путем определенных политических дебатов там потолок будет однозначно повышен. Нет никаких причин к тому, чтобы они этого не сделали. Потому что если они это сделают, каким-то образом не поднимут, они просто вынуждены будут сокращать его бюджет и так далее, но пойти на это они не смогут по чисто политическим причинам, потому что революция им не нужна. Тем более, что в Америке сейчас она достаточно сильно уже бродит, учитывая, что там реальная безработица не как не 6%, а намного больше, там безработица в районе Великой депрессии. Я думаю, что других вариантов нет. Не может быть некого события, которое помешало бы. Эксперт указывает на то, что американцы понимают, что одним поднятием планки госдолга проблемы не решить, поэтому они пытаются увеличивать экспорт, переносят производство из Китая, например, обратно к себе, а также пытаются завоевать новые и расширить существующие рынки сбыта. Но делают они это совсем не мирными методами. Эксперт указывает на то, что США уже давно раскачивают арабский мир и уже раскачали украинский конфликт. Капитализм, к сожалению, имеет в себе определенные коренные противоречия, которые неизбежно вызывают все эти проблемы. Передел рынков, увеличение долга, и потом все это заканчивается военными действиями, увы, к сожалению. Так что нам нужно как бы уповать на Бога, что, может быть, в этот раз такого не будет, но человечество периодически попадает на эти ситуации, когда наступают такие масштабные военные конфликты. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».